В стране успешно реализуется программа переселения. На сегодняшний день большинство переселенцев обеспечены постоянной работой и жильем. Так, за последние несколько лет в село Дайындык Акаинского района переехали 14 семей. Дома для них строит местный предприниматель, директор товарищества Дайындык Биржан Шаймерденов. Какие условия предоставляют, расскажет Илья Кудряков. Аймгуль Тимиргалиева – одна из тех, кто переехала в Акаинский район в село Дайындык. Раньше она вместе с детьми жила в Нур-Султане, но не имея постоянной работы и проблемы с жильем, решила переехать в наш регион. Сейчас Аймгуль работает помощником воспитателя в мини-центре. Мы переехали сюда в прошлом году. Работаю в мини-центре помощником воспитателя. У меня трое детей. Решили переехать, потому что в столице было очень сложно. Надеемся, здесь будет проще. Спасибо Биржану Шаймерденову за такой дом. Сегодня Биржан Шаймерденов является одним из тех, кто вносит большой вклад в развитие села. С его помощью здесь построили детский сад, медпункт, провели капитальный ремонт дороги. Каждый год возводятся новые жилые дома. Кстати, все они подключены к центральному отоплению и водоснабжению. За последние 3-4 года в селе по программе строится много домов. Приезжают учителя, рабочие, люди разных профессий. В прошлом году мы сдали 5 домов. Сейчас село процветает. Работы у нас очень много. И зарплата, конечно, тоже соответствует. Поэтому есть много людей, которые готовы переехать в наше село. За последние несколько лет семьи из трудноизбыточных регионов заселили уже в 65 домов. В этом году в планах у предпринимателя возвести еще 10. А это новые рабочие руки, тем более, что впереди посевная и уборочная кампании. Илья Кудряков, Нурбол Балгабеков, Адиль Нуржанов, служба новостей.